Ну ладно, сейчас я буду так, делаю такой маленький обзор торгового центра Brent Cross. Да, вот это автобусная остановка ихняя. Вот тут непонятно, как-то не сильно выделяется. Но вот вход, один из них, по крайней мере. Вот это магазин одежды для самых маленьких детей. А, и Marks & Spencer здесь. Большой такой продуктовый магазин. Вот так. Да. На втором этаже у них, кстати, одежда в этом же магазине. Это такой большой департаментный магазин. Но там и еда, и все там есть. Да. Интересная вот такая мороженица. Тут сиденья из как из мотороллеров старых сделали. Да. Да. А само мороженое у них лучше. Оно даже по цвету какое-то такое. Видно, что химия стопроцентная. Так. Тут прецелы делают. Прямо при тебе пекут. Так, магазин открыток. Угу. Часики. Цены хорошие. Цепочки. Yes. Хорошо. Так, хорошего. Да? А тут может сильно снимать нельзя. Откуда я знаю? Можно? Так. А вот интересно, майки такие продают. Которые самому раскрашиваешь. Майки раскраски. Да. О! Сваровский. Пап. Сваровский, видишь, магазин. А это кто? Шарапова? Нет. Да. Это. Нет. Это Керри Кло. Керри Клосс какая-то. На Шарапову похоже. W.H. Smith. Это тут журналы, канцтовары, газеты. Раньше он был на двух этажах, а сейчас там наверху что-то одежду сделали, совсем другой магазин. И тут когда-то много разных магазинов. Тут книжные были, сейчас уже нету. Ну, потом там с DVD, с музыкой магазины, CD, DVD тоже их сейчас нету. Все позакрывалось. Осталось только так, одежда, осталось, ну, кое-где магазины мобильных телефонов еще есть, ну, супермаркеты, собственно, и все. А так много разных чего-то было. О, Victoria's Secret, нижнее белье. Да. Лейкленд. Я даже не знал, что тут это было. Тут когда-то что-то другое было, уже не помню что. А, так. Витринка.
Это большой такой департаментский магазин, в которых, в принципе, все есть. Джон Луис называется. Да. Так, на многих этажах. Не хочу. Ну и там, оу, карусель пошли с ними. Эта карусель, она вообще редко работает, но... Да. Она редко включается, мало кто использует. Но... В принципе, пустая крутится. Там он только один, ну он один ребенок и все. Вот так. Тут что-то непонятное. Вот, пошли обратно. Дедушка Мороз или Санта-Клаус, снеговик. О, а есть сейчас белый медведь. А, я понял, что это. Это тут подпрыгивать будут на, как на трапециях таких. Довольно высоко подскакивает, но дети любят. Так, возвращаемся в торговый центр. Apple магазин, тут айфоны, планшеты, такое. H&M. Тут еще магазин телефонов. Разные там конфетки, рахат лукум, такое, орешки какие-то, сухофрукты, сушеные ананасы, классно. Обувный магазин Clarks. Ну, потом так. Вот это... Тут новогодние украшения такие скромные. Раньше получше было.
Так, вот это они сделали на Новый год, это как грот Санта-Клауса. Потому что Санта-Клаусы тут в гротах живут. Больше похоже, как хижина чукча или эскимосов, но ладно. Вон, эльфы. Да. Потому что Санта-Клаусу эльфы помогают. Когда-то здесь ставили елки. И поначалу особенно были очень классные большие елки. Кстати, с арматроническими фигурами, там белые медведи, разные гномики двигающиеся. Да, потом стало все как-то это беднеть. Потом вообще тут в центре фонтан сделали, сейчас убрали. Ну а теперь только гроты делают и никаких елок. Вообще есть тут что-то наподобие елки, но не знаю, насколько это можно елкой назвать. Там дальше покажу. О, шарики продаются. С гелиумом. Это такие. Летают. Из них так надышаться можно и сделать голос очень высоким тоже. JD Sports. Магазин спортивной одежды. Когда-то я тут работал. Вообще в этой компании я тут прилично проработал. Сначала в другом месте, потом в этом торговом центре. Но, в общем, не соскучился я по ним. Вот еще этот Marks & Spencer. Два этажа. А он и дальше, он еще выше идет. Только просто дальше не видно. Boots. Ну тут разное, тут галантерея и аптека, и духи, и вот такой магазин. Ага, а вот это вместо елки. Вот такое, подвесное, такая, конус. А вот что это за магазин, я его в прошлый раз не помню. А, гаджеты. Ну, там разные игрушки механические, такое. Дроны продают. Так. Вот еще один департаментский магазин. Называется Феникс. Тоже где-то на трех этажах где-то он. Или даже на четырех. Не помню. Большой, в общем. Так. Лока. Так. Ларек. Угу. Костюмы. Чарльз Прайм. Интересные витрины у Феникса. Да. Макдональдс, как всегда. Ну, довольно хороший супермаркет, Waitrose. Шо? Но я хочу и наверх зайти. Ладно, ты за мной ходи. Yeah.
Как тебе это? А. Там люстры. They all know I want to. This is parfumeria. Ив Сен-Лоран. Что это? Посуда, да. Витрина красивая. Это магазин Timberland. Такая одежда для природы, в принципе. Да. Mm-hmm.
Аксессуары. Аксессуары. Вот еще два магазина с телефонами. Vodafone. Ну, вот это, в принципе, вот мы его весь и обошли. Ну ладно, вот я уже, мы едем домой. И я еще попробую с автобуса снять весь фасад этого торгового центра. Там, может, карусель еще со второго этажа автобуса лучше будет видно. Ну, всего доброго. One, four, two.
to Watford Junction. To Watford Junction. To Watford Junction.
oricum dacă ești de 20 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 de